Дамы и господа, вам были представлены все доказательства. Я убежден, что преступление не было совершено в порыве страсти. Заметьте, в барабане револьвера 6 пуль, не 8. А это значит, что подсудимый расстрелял весь барабан, а затем хладнокровно перезарядил его. Властью, данной мне штатом Мэйн, подсудимый приговаривается к 2 пожизненным срокам тюремного заключения. По одному за каждую из жертв. Решение окончательное. Когда получаешь пожизненный срок, именно жизни лишаешься. Я верю лишь в 2 вещи. В дисциплину. Помогите! И в Библию. Здесь ты обретешь и то, и другое. Энди попал в тюрьму Шоушенк в 1947-м. За что ты ее убил? Я не убивал, раз уж на то пошло. Здесь все так говорят. Признаюсь, Энди меня не впечатлил, когда я впервые его увидел. Но он был удивительно спокоен. Его движение, речь, все это было необычно для нашей среды. Забудь о том, что в мире есть места, не созданные целиком из камня. Но у тебя внутри есть то, что им не подвластно. О чем ты? О надежде. Вот что я тебе скажу, друг. Надежда — опасная штука. Ты задерживаешь меня, Дюфрейн! Надежда может свести с ума. Надеюсь, ты заболел или сдох там, иначе держись! Лучше привыкай к этой мысли. О, боже! В конце концов, выбор остается небольшой. Делай все, чтобы жить. Или все, чтобы умереть. Делай все, чтобы жить. Или все, чтобы умереть. Он был прав, черт подери. Побег из Шоушенка.